Утром 13 февраля на 39-м километре федеральной автодороги А-146 произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием 14 автомобилей, среди которых 3 грузовых, 10 легковых и 1 рейсовый автобус «Гулькевич-Геленджик». В результате одного ДТП пострадал мужчина. Причиной совершения данных ДТП послужили несоблюдение безопасной дистанции и несоблюдение безопасной скорости движения. Сопутствующими факторами явились плохие погодные условия в виде снегопада и снежного накада на проезжей части. Руководством отдела МВД России по Северскому району, а также госавтоинспекции Северского района незамедлительно были предприняты меры по устранению затора на проезжей части и восстановлению дорожного движения. В кратчайшее время автомобили были убраны с проезжей части, а на месте работали 4 экипажа дорожно-патрульной службы. В результате данных происшествий сотрудниками отдела госавтоинспекции было возбуждено в отношении обслуживающей организации административное расследование по части 1 статьи 12.34 Кодекса об административных правонарушениях по факту наличия скользкости на проезжей части. Уважаемые участники дорожного движения, погодные условия остаются сложными. Госавтоинспекция призывает по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.